Я давно хотел себе приобрести новую камеру, экшн-камеру. Так получилось, что самым первым вариантом экшн-камеры у меня была GoPro 3. И очень долго я ей пользовался. Но на самом деле пришло время, конечно же, серьезно апгрейдиться в этом вопросе. И я наконец-то купил себе новую GoPro-ху, GoPro 10. Да, сегодня уже доступны GoPro 11, но я как-то настроился на 10-ку, и в принципе ее характеристик мне вполне хватает для того, чтобы ну, снимать то, что мне необходимо, пользоваться ей так, как мне необходимо. Вот, и вот сейчас я хочу сделать тест этих двух камер. Идет параллельная съемка на обе камеры. Как раз выбрал такое сумеречное время. Вот эти старые GoPro-хи, они были сносными вполне при хорошем освещении. Хорошо работали на улице, довольно качественную съемку вели. У нее, по-моему, максимальная... по-моему, у нее максимальная возможность была — это HD качество, а у десятки уже, конечно, даже 5К. Вот. Но сейчас идет съемка на 4К на десятку и HD качество на тройку. И насколько картинка отличается, вот сейчас вот будет видно, да? То есть вот это снимает камера GoPro 3 таким вот образом, и вот так снимает камера GoPro 10. Также этим видео хотелось бы протестить, как звук на той или другой камере работает. Вот давайте сейчас я включаю. Идет звук с камеры GoPro 3. Раз, два, три. Камера, сними. И теперь работает звук на камере GoPro 10. Раз, два, 10. Камера GoPro 10 работает. Идет звук с камеры GoPro 10. Ну, надо сказать, что, конечно, это очень приятное событие в моей жизни. Потому что снимать на телефон и снимать на маленькую камеру — это две большие разницы. Телефон практически всегда требует занятости двух рук, а GoPro — это все-таки одна рука. Вот сейчас я в одной руке держу обе камеры, одна на другой, и, собственно говоря, не чувствую никаких проблем с этим. Довольно это все удобно. Вот так шумит лес. Ветерок небольшой. Айт! Камни! Файт! Камни, файт! Файт! Убежал засранец. Куда-то. Камни! Камни! Хорошо, молодец. Куда ты убежал так далеко, а? Далеко не убегай. Надо рядышком гулять. Ну что, на этом все, наверное. Как эта камера снимает при хорошем свете, у меня, в принципе, представление, я имею в виду старое, у меня есть. Как снимает новое, я убежден, что это она снимает очень круто. Так что сейчас самому даже будет интересно прийти, смонтировать и поглядеть, насколько
насколько хорошо я улучшил качество своих съемок. Пока. GoPro стоп-съемка.